Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Илья, и это мой первый пилотный выпуск на моем канале. В этом выпуске я расскажу вам о моей истории, как я начал парить, как я бросил курить, вообще сколько я курил, какие у меня ощущения были после курения, какие у меня ощущения после парения, и расскажу вам про мой первый девайс. Если вам это понравится, интересно, отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях. Я сразу прошу прощения за такой... не сильно качественный звук и очень уж плохую картинку. Почему? Потому что я снимаю, честно говоря, на свой ноутбук, в котором, во встроенный микрофон, в свою веб-камеру. Здесь у меня окно, которое, кстати, закрыто, но почему-то солнечные лучи все равно как-то очень сильно осветляют мою комнату. Но в любом случае, я надеюсь, что я донесу вам саму суть. И, естественно, если вам понравится, если это зайдет, проще говоря, конечно же, я накоплю себе на нормальное оборудование и, на нормальную аппаратуру, на которую можно будет записывать качественные видеоролики. И буду, соответственно, выкладывать их на ваше обозрение, если вам это, конечно, интересно. Так вот, моя история по поводу курения, начала парения, она была такая. Мне, хоть и даже еще 20 лет нету, мне 20 лет через, сейчас май, день рождения у меня в сентябре, считать не буду, в любом случае. История была такая, курил я 6 лет обычные сигареты, курил я их в достаточно большом количестве, и мне это постепенно начало надоедать, где-то уже году так на третьем. Но бросить я не смог, у меня не получилось бросить курить. Абсолютно никак. Пытался бросать я раз 15-20, где-то в этом районе. Почему? Потому что у меня очень сильно начало ухудшаться мое самочувствие. И вообще состояние здоровья у меня очень, пошатнулось, если можно так выразиться. Короче, мне стало просто очень плохо. На 6-м году парения. Однажды был денек, это было как раз-таки месяц назад. Был, точнее, не денек, а была ночь. Я проснулся от того, что у меня что-то вот в горле прямо такое, прямо неприятное такое ощущение. Очень, очень противное ощущение достаточно было. Я побежал в ванну и просто-напросто, не смотрите дальше, если вы сейчас кушаете, либо перемотайте буквально секунд на 30. Так вот, я отхаркался гноем, кровью и вообще вот всем вот этим, то, что у меня накопилось в легких за время моего курения, я этим отхаркался. И ровно в этот же день я собрался с мыслями, взял свою, так сказать, последнюю заначку и пошел в ближайший вейп-шоп, который находится, у меня достаточно близко к дому. Даже целых два, одна и та же компания, какая говорить не буду. Но в любом случае, я отправился туда, купил себе свой первый мод. Соответственно, о нем сегодня и пойдет речь. Я вам расскажу про него вообще, что, как, опыт использования и так далее. И нравится ли он мне. Скажу честно, он мне очень нравится до сих пор, несмотря на стереотипы. Итак, соответственно, я начал парить, и мое самочувствие улучшилось в первый же день. Сначала я парил 6-ку никотина, потом потихонечку перелез на 3-ку никотина. Сейчас я где-то 3-ка, 1.5-ка, вот так просто под настроение иногда. Бывает, 3-ку залью. И меня это полностью целиком устраивает, и мне нравится, оно вкусно и так далее. Так вот, мой первый девайс, так надо, наверное, вот это вот кулечечко снять, а то я про него совсем забыл, это, несмотря на все стереотипы по поводу того, что айджасты какие-то там не такие, или там что с ними ходят школьники и так далее, я скажу вам честно, как первый девайс, чтобы бросить курить, он просто идеален. Он просто идеален. Это Elif iJust S. У меня он серебристого цвета. Металлик. И, собственно, что я могу вам про него рассказать такого интересненького? Мой опыт использования. Я его приобрел. К сожалению, коробочки у меня сейчас нет. Она у меня в машине лежит. Там, в принципе, комплектация. Это
два запасных испарителя, один уже встроенный, точнее как, скажу по-другому, один встроенный и два запасных. Встроенный испаритель на 0,3 Ом сопротивление, и еще два есть на 0,18 Ом и на 0,5 Ом. Я перепробовал все, сменил я их уже достаточно много, но не по причине того, что они у меня сгорали, не, далеко не из-за этого, а просто-напросто потому, что мне они достаточно быстро надоедали, и в итоге я остановился, вот в данный момент у меня испаритель на 0,25 Ом, необслуживаемые все, кстати. Обслужка продается отдельно, но я ее пока не покупал. Это я сделаю как-нибудь потом. И, скорее всего, это запишу, конечно же, на видео. Как вообще там все это делается. Буду изучать это вместе с вами, проще говоря. Так вот, как и чего он состоит? Это, соответственно, сам аккумулятор. Внутри здесь платка, кнопочка, которая, кстати, по сравнению с предыдущим поколением, то есть iJust 2, она не залипает, с ней все хорошо, прошел месяц, у меня туда и протекала жижа, он у меня был под дождем и так далее. И вот микрофон у меня где-то тут, я не помню. Все замечательно нажимается, все работает прекрасно, все жарит, все хорошо. Далее у нас воздуховод идет двойной, здесь пин внутри подпружиненный, бачок. Ну, я нигде не нашел достоверную информацию, сколько здесь бачок миллилитров. Но, по моим ощущениям, где-то миллилитра 4 в этом районе. Потом, 510-й дриптип, на который я поставил радиатор. Зачем я поставил радиатор? Почему? Потому что у iJust'ов есть один минус. Из-за того, что дриптип металлический, если долго сидеть парить, он очень сильно нагревается и обжигает губы. Притом, если поставить радиатор, дриптип вообще никак не нагревается, и все замечательно, все хорошо. Итак, ну попробуем. Он достаточно хорошо работает, он валит. Аккумулятор здесь на 3000 мАч, и ну, у меня он держит где-то бака 3 в этом районе. Но, скажу вам честно, подзаряжаю я его часто. То есть, допустим, вот у меня был один день, когда я его не заряжал. Мне просто было самому интересно. Он у меня ровно 3 бака он у меня выдержал и разрядился полностью. А так он у меня постоянно. Я попарил, в машине его поставил на зарядку, если я где-то куда-то езжу. Или поставил дома его на зарядку, поставил у друга его на зарядку, если я у друга. И сижу парю даже на зарядке. Почему? Потому что парить на зарядке его можно. Но есть одна проблемка. То, что если вы используете зарядку на 1 ампер заявленную, то есть здесь можно использовать зарядку максимум 1 ампер напряжения. Так вот, ни в коем случае 1 ампер даже не давайте. Максимум 500 миллиампер. Объясняю почему. Вот это место, вот это вот само место здесь, оно на 1 ампере даже, если парить одновременно, оно очень сильно нагревается. И, честно говоря, это не сильно приятная вещь. Но парить можно. Я использую зарядку от своего старенького телефончика. Это, ну, от старенькой Lumia своей. Она как раз-таки на 550 мА. И работает все это замечательно. Я вам скажу честно, для новичка это просто великолепный девайс. И здесь есть все возможности. Допустим, если вам не понравился вот этот бачок, вы его можете спокойно поменять. Откручиваете, меняете на другой. Сюда подходит TFV8. Спокойно. Сюда подходят дрипки. И так далее. То есть, можете купить, допустим, даю вам лайфхак, как сделать себе нормальный мод. Берем аккумулятор от iJust S. И ставим все, что угодно наверх. Ну, естественно, по сопротивлению это не ниже 0,15 Ом. Естественно, сопротивление должно быть. Так вот, я забыл закончить свою историю по поводу вообще вреда и так далее. Прошел месяц. Я начал чувствовать, на первую неделю я начал чувствовать запахи. Я начал чувствовать вкус. Перестала быть вот эта вот вонь изо рта. И так далее. Все. У меня начали глаза видеть лучше и так далее. Вообще просто великолепно. Бросайте курить, переходите на пар. Но, конечно же, если вам есть 18 лет, как минимум,
не начинайте парить, не начинайте курить вообще. Если вы не курили, не начинайте парить. Хотя, если все-таки душа к этому лежит, лучше, конечно же, парить, чем курить. Почему? Потому что парить это гораздо меньше бьет по здоровью. Вообще, практически, если вы будете парить нулевку, оно, в принципе, ну, по моим ощущениям, по здоровью не бьет. Я вам скажу честно, я уже 3 человек подсадил на абсолютно такие же джасты. Эти люди столько же курили, сколько и я. И все у всех хорошо. Здоровье начало улучшаться и так далее. В будущем, конечно же, я планирую купить себе какой-нибудь девайс помощнее. А точнее, не то чтобы помощнее, просто-напросто хочу регулировку всего. То есть это ватты, напряжение и так далее. Короче, вот это все. Если вы хотите бросить курить при помощи вейпинга, вот этот девайс просто великолепен. Я вам советую, он очень прост в использовании. Здесь ничего сложного нету абсолютно. В коробочке, в комплектации, там есть вся инструкция, как это все делается и так далее. Парьте, как у москита, парьте и не парьтесь, я вам советую. И если вам понравилось это видео, если вам не понравилось это видео, в любом случае, пишите комментарии, лайкайте, дизлайкайте, не знаю. Как хотите, это первый пилотный выпуск. Мне интересно, что вы скажете. Только, пожалуйста, не надо меня троллить за звук и за картинку. Я вас очень прошу. Я сам понимаю, что это все очень плохо. Но в любом случае, следующие мои обзоры, если вам все, конечно же, понравится, они будут про жижончики, которые я в данный момент использую. Один у меня даже вот сейчас на столе лежит. Очень вкусный, кстати. И вообще, комментируйте, ставите лайки, дизлайки. Если хотите, конечно же, подписывайтесь на канал. И все. Всем удачи. Всем пока.